Видите, какая красота впереди. Красивенный вид. Это город Литомиржицы. Просто бродим по улочкам. Видите, какая красота. Сина Д Индия Апостоло Врис. Ну что-то такое. Тотис лица. Что-то интересное написано. А вот вообще, гляньте, красота какая. Сейчас так нера с окромы позынок не парковать. Вау! Кратия Плина. Вау! Гляньте, какой дом. Просто невероятно смотрит. Похоже, Кратия Плина написано. Гляньте, сверху. Сверху у нас змеи. Какие символические. А, интересные моменты. Все пронизано каким-то масонством, циркулями. Это будет такое. Ну, везде, где есть деньги, там есть сектантство. Надо как-то людей с деньгами держать под контролем, поэтому придумывают всякие секты, типа масонство и т.д. и т.п. И занимают их жизнь, чтобы контролировать тоже все. Но, тем не менее, люди, видите, а там он интересный момент. Видите? Вот такой. Интересное такое здание. Я, честно говоря, даже не знаю, что это. Костёл или... Непонятно. Интересная резьба. Смотрите. Не знаю, это резьба или литье. Или лепнина, это уже, наверное. Не знаю, с цельного куска. А, смотрите. О-о-о. Смотрите. Там наворочено. Наворочено, налеплено. Ну, я так думаю, это какая-то. Или резьба, или лепнина, не знаю. Но какая разница, друзья. Главное, что это красиво. Песчаник. Песчаник какой-то. Ну, прикольно. Смотрите, какой вид открывается прекрасно. Арка. И шикарнейший вид. Глазки. На крыше глазки. Двери. Гляньте, какие двери интересные. Гляньте, какой символ я нашел. Ух ты. Какой символ бесконечности. Это по сути свастика. Это по сути свастика. Просто, да, дышит история. Место дышит история. И я даже не знаю, что это за место, друзья. Я просто шел. Что значит Чехия?
Что значит чехи? Так, теперь переходим на другую сторону. Здесь. Работа так, и вот какая-то табличка, которую не заметил. Остановите, переведете. Монументальні кам'яні сходисти, вибудовані усе по водняному мосту прес Лабе 1820 році, в 92-му здіємо стіна композиція Бернарка, названа «Незнамо откуд». Угу. В Ніце пластика романського басника Джозефа Еммануеля, народженого в Казар Нач в місті вбив єзуїтський коледж. А, була обстрілена руку в 45-му року на граждіна сошної Святого Яна. Мочко, позім. Тінник Марії. На ней звуки с петалом кусцерной ждой в дубе против реформации товариству Езову. Ну короче, с 1257 года что-то тут надо перевести. Я эти сходы, монументальные камни сходисти, то есть вот эти сходы могут быть 1257 года. Ну, часть этих входов, я так понимаю. Когда строился мост каменный через Эльбу, то есть это сейчас железный, был каменный, ну что-то такое. Интересные моменты. Не знаю, друзья, разбирайтесь. Имен туда. Ага. Тут уже это новострой какой-то, что-то обложили по новой. А здесь, конечно, еще камешки. Монументальные каменные сходы, не знаю откуда, гляньте, смотрите, чтобы вы понимали, сколько тут по ним ходили. Вот так вот. По ним ходили. И вот такие сходы. Видите? Видно, что исхоженные, старинные. Ну, по этой стороне все спускались. Ага. Прикольно. Прикоснуться к истории. Так, еще табличка. Stand bis 1700 Das alte Marienkrislein. Ну что-то, короче, Das alte, это по-немецки, наверное, я так понимаю. Да, крутое место. А вот, кстати, вау, это здание я не до конца заснял. Смотрите еще, чего я не доснял. Друзья, извините за такой обзор псевдоисторический. Блин, я просто не знаю, что снимаю, но... Камера не досягает. Там еще какие-то фигуры сверху, блин. Прикиньте, их не видно вообще снизу. Вообще не видно, там типа кто-то держит на руках кого-то, еще кого-то. И это все прекрасно, блин, отсюда я вижу глазами.
Это просто невероятно. Но, блин, камера 50 китайских мегапикселей. Вы понимаете, да? Не может передать всю красоту. Так, что ж там видно? Ну, как ребенка держит Иисуса, наверное, крест там какой-то или звезда, что-то еще какое-то. Ну, очень красивое что-то, барельефы какие-то или скульптуры что-то. Но я не могу рассмотреть. Красивое здание, конечно. Так, пойдем, может, с той стороны еще что-то.